здесь происходит расстрел. Офицерского состава пехотным, революционным контингентом. Но это еще все. И особые дивизии. Здесь и сейчас начинается бой. Последний бой. Российская императорская армия, которая проводит свое финальное наступление на австрийско-германские позиции. За сутки артподготовки русские войска выпустили порядка 1,5 миллиона снарядов. Немецкие окопы были просто уничтожены. Там стояли части германской пехоты, а также отряды «Ландвер» и «Ландштурм». Первым флангом германские войска сбегались с австрийским. И сейчас мы видим с левой стороны от вас, как германско-австрийские войска захватывают в плен русского офицера. Солдаты российской императорской армии стреляют им вслед, но, к сожалению, безрезультатно. Очень интересный факт, друзья. В июне, в наступлении 1917 года, участвовали земляки. То есть ваши земляки, которые собрали свой район, посвящен женским батальонам, которые были созданы в период Первой мировой войны. Для сибирского зрителя фильм может быть интересен еще и тем, что в 1917 году батальон Марии Бочкаревой, написанный в фильме, как раз таки оказался бог Новониколаевске 41-м сибирским стрелковым полком. На данный момент сражение перерастает в активную фазу. Германо-австрийские войска выходят на позиции, занимают окопы и начинается жесткая перестрелка. Войска русской армии отступают. Они имеют, к сожалению, ограниченное количество солдат. Набивает прикладом! Боец русской армии пытается отбиться с прикладом. Но немецких солдат этим не возьмешь. Нужен только штаб. Бойцы перезаряжают свое оружие. Хендехоф. Мы слышим команду Хендехоф. Руки вверх. Берутся в крест. Бойцы русские. Вызвать поддержку российской армии. И сейчас наши солдаты стреляют позиции противника из артиллерии, тем самым повергая в ужас войска Германии и Австрии. И вот в этот самый момент мы видим, как из-за леса появляется подкрепление русской армии. И вместе с ними Вот такие вот гигантисты, металлические броневички находились на...